Да, я сниму когда-нибудь видео или нет. То звонят, то телефон разряжается, то еще что-нибудь. Итак, всем здравствуйте. Сегодня 1 октября 2021 года. Хотел снять сегодня небольшой обзорчик на, по проекту «Тракторбег». Есть что показать, есть что рассказать. Ну вот погода 4 градуса, дождь моросит, вообще ужасно холодно. Хотел походить и рассказать по материалам, даже немножечко сделал записи кое-какие. Вот. Ну ладно, видео все равно, наверное, сниму, но только чуть позже, я имею в виду по тракторбегу. А сейчас хочу поговорить о кабеле, который в мачте. Вот. А закручивается ли он? Существует два способа передачи электроэнергии от ветряка до потребителя, до контроллера заряда. Это через щеточный узел. В основном его делают те, у кого есть доступ к токарным работам. Потому что второй способ — это через отверстие в поворотном механизме. Это все просто. Вот. Кто-то говорит, что закручивается кабель, кто-то говорит, не закручивается. Вот. Я просто решил это все, не так вот на словах. То есть вот кто-то там, закручивается кабель, все, нельзя делать. Нет, не закручивается, делаем. Вот. Ну и что я сделал? Я поставил датчик закручивания кабеля в мачте. 24 числа поднял ветряк с ВРШ и с этим датчиком. Вот. С датами вообще очень интересная ситуация такая, мистическая. Но опустил мачту 11-го, демонтировал старый винт, и начал монтаж. И подымал 24-го. Вот 11 числа мне Google прислал оповещалочку, что несколько лет назад, и показывает мне фотки. Получается, я 11 числа завалил мачту, как раз с Женькиными лопастями. А 24 числа, тоже несколько лет назад, я поднял мачту, то есть тоже был запуск ветряка. Вот, говорю, независимо. Я даже эти даты там какие-то не ставлю, что вот такого числа я буду запускать ветряк. И вот как-то само собой. То ли вот работы по огороду я закончил, то ли еще что-то. То есть, у меня время выпадает. Че надо тебе? Пью-пью-пью-пью. Ладно. И вот так вот. Вот такая мистика с датами. Ладно. И что хочу сказать. Вот у меня кабель просто пропущен в этот, через отверстие в этом вступице. И слежу я с 24 числа за данными. Данные передаются по МКТТ. Могу наблюдать в компьютере, как дома, так и здесь на даче. Вот перед самыми съемками видео я заглянул в компьютер, посмотрел. 0-0. То есть у меня, вот сейчас вот вы посмотрите, я этот скриншот сделал. Вот, то есть все по нолям. Я не знаю, с чем это связано, но у меня кабель не закручивается. То есть, вот как в нулевое положение выставил я, когда подымал мачту, когда монтировал, то у меня вот так вот голова была вниз. Вот он так у меня это, плюс-минус, я говорю. Он, конечно, там, он может повернуться в одну сторону, может в другую повернуться. То есть, вот так вот. Было даже несколько раз, что один оборот и уже на второй. То есть, я по числам вижу, там у меня выводится число. То есть это число уже потом переводится в обороты. Вот. Вот как-то так получается. И, короче, что хочу сказать. Если эта тема вас интересует, я могу, например, месяц прошел, 24 числа, сегодня 1 октября. Я хотел 24 снять, но у меня просто времени не было. Вот. И если у кого-то есть желание, я могу, скажем, раз в месяц делать такой отчет, или раз в два месяца, например, просто выкладывать видео именно по этой теме. Если есть желание, то могу делать, просто ради интереса. Вот. Если нет, пишите, короче, в комментариях,
А там посмотрим. Да, будет время сниму, не будет, не сниму. Ну, скорее всего, да, тема интересная, поэтому, ну, в общем, как-то так. Жду ваших комментариев. Всем пока, удачи.